пишем. Меня зовут Климова Альбина. Я пришла на консультацию, чтобы понять, как сформировать для клиента положительное ощущение там, или положительный отклик от наших клиник, понять, как это вообще можно измерить, как можно донести до них свою какую-то информацию, которая нам нужна, как с ними можно взаимодействовать, потому что клиник очень много, они разнонаправленные, имеют деятельность. Вот. Но была такая небольшая каша в голове, и после консультации, ну, какая-то структура у меня теперь более-менее появилась. Надо же еще переспать, конечно, с этими, со всеми мыслями. Но, как мне показалось, важно это создать какую-то систему контроля и учета, мне кажется. Второе, нужно проанализировать, что есть, какие показатели, ну, в цифровом таком измерения, да, в показателях по сравнению с предыдущими годами, и сравнить эти достижения. И потом как-то уже исходя из этого понять, как двигаться дальше, если, допустим, это у нас никакого развития нет в компании, то это одни действия предпринять, там, если у нас увеличивается, то это нужно как-то усилить эти позиции. И третье, допустим, когда продажи падают, то нужно просто что-то там делать срочно. Ну и, конечно, как я поняла, взаимодействовать через сайты, продающую информацию о себе, важно, с важными преимущественными показателями. И, ну, пожалуй, все, наверное. Так, таким образом пока выстрою свою работу.